Життя святих, святителя Дмитрия Ростовского. Месяц септемврий, 27-й день. Страдания святого мученика Калистрата и дружины его. LibriVox.org. Христову избранную стаду, видя завистный враг дену дне умножающиеся, восстанане великою яростью, хотя вся словесни овцы расхитите и погубите, и употреби на сие дело жестоких и бесчеловечных зверей паче, а не человеков, Диоклетиана и Максимиана, нечестивых царей римских. Сихаки волков хищных на стаду Христову наведе, и через них лютые немилости в ней растерза. Толикою боим на христиане ярость в сердце вложи, яко вся иная о царстве своем попечении отложивши, на то едино всеми обратише се силами, дабы и вся христиане до конца погубили. А то е злое свое намерение и дело вменях у себе большую и честнейшую вещь быти, паче всех иных великих дел царских, и паче славных побед и торжеств над врагами своими. Того ради и гемонов и мучителей в той же злобе им равных и горших послаше во вся конце земные, да повсюду христиан принуждают к идольским жертвам, не повинующихся же да мучат, убивают и различными да погубляют смертьми. Сим так убивающим, мнози от верних и усердно христолюбящих, венцем мученическим украсивши се от церкви ратующей, приидоше к торжествующей, победною над врагами песен поюще. Между же иными многими, таков показа се доблественный Христов воин Калистрат, и же красний путь мученичества прейде, и не сам, но с многою дружиною своею врага поправши, победителю мира Христу предста, но ся и показуя подятие за него раны, и приемля подвигу своего почесть. Сего страдалца Христово отечество бе Картаген, от нюдо же взят бист на воинский сан и причтен полку воеводы Персентина, в коем полку токмо един, як уже звезда в нощи луною непросвещенный, Калистрат блаженний благочестием светяше. Сибо с воинствующий тмою идолобесия помрачени бойша. Он точу просвещен без светом святые вери, ей же научи се от отца своего християнина бывша. Отец же его научен бе от деда его, именем Неокора, и же во время вольния страсти Господа нашего Иисуса Христа бе во Иерусалиме при Понтийстем Пилате, служа в воинстве и видев вся при смерти и воскресении Господни бывшие чудеса, верував в него и крещен бев от апостолов, возврати се в дом свой нося многоценни и же в Христа вера и бисер, им же сына своего, отца же Калистратова и вся домашняя своя обогати, сказуя ему Христе Иисусе вся, я же само часы и своими виды, и я же от апостолов слыша. Той же духовно и некрадомо е вера и богатство и святый Калистрат по деде и по отце своем наследствовавши, обогащаше им их же мужаше, тайно уча познанию истины и обращая к Богу души человеческие. Часо ради усвоинствующих быст в зазоры, и прилежно его назираху, дабы могли о нем уведать известнее, христианин ли есть истинно или ни. Бывши же ему своеводою своим в Риме, уведено бейст христианско его благочестие сице. Обычай имееше блаженни по вся нощи восставати на молитву и довольно молити се в тайне. Единою же, егда по обычаю своему восставши моляше ся, ощутише тонеци и близ почивающи войни, и услышавши его часто име Иисус Христово призивающа, познаше добре, яко истинно есть християнин. И усмотревши время, возвестише воеводе Персентину, я же слышаше. Воевода же Абия призвав Калистрата, вопроси глаголя. «Истинна ли суть Калистрата глаголя моя у тебя от другов твоих?» Он же отвеща. «Не вем, что бы умне глаголът имели, свем во себе ни едино зло сотворша». Персентин же повеле войном глаголът ему в лице. Войни же решек воеводе, то че уповели ему владейко пожрети богом, и Абия увеси кто он ест, кое его помишление и кае вера. Повеле же воевода Калистрату да принесет богом жертву и поклониться им. Святей же Калистрат отвеща. Не научих се многим богом приносите жертву, но единому богу истинному и живому, вся отнесущих извечшему и человека от земли создавшему. Богов же вами почитаемо их же руце человечести и суделаше не боги, но беси и нарицаю, як уже от света го научих се писание глаголюще го. Си бози язык бесове. И идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих.
От тогожда писание научих се ведати на небесех живущего Бога и тому приносите жертву хвалы и воздавати вышни му обеты. Осем ли обо клевещ от немя си, и ако Бога едина го истина го почитаю, а не Боги ложния многия, подобаше бо им клеветати, аз ще би ведали ме недобре в чине воинском служаща, боязлива же и бежаща от лица вражия, то бы имели на мя глаголати пред тобою, воеводу, и тебе таковая клевета и подобаше бо и послушати. Ныне женив ни часом же таковом погрешивше ме ведущи, почто клеветников послушаеши и на суд ме приводиши, осем точио единум, яко моими догматами с вашими не согласую. Насия словеса воевода отвеща с огневом глаголя. Днес ныне време риторска го многовещание, но време тяжких мук и лютых казней. Я же вскоре приимеше, а ще не повинеше се ми и не пожреше Богом, им же и сам цар поклоняется. Еда ли невеси ми, яко жесток е съм, моги и прежде мук всяка го устрашите само им точио взором и гласом. Свети же Калистрат отвеща. Ярост твоя изкрежет зубов твоих, а ще приносит страх, обаче временный. Ест, че страх изкрежет зубов вечный, в него же в пасти бою се зело, и само е точо его воспоминание вельми устрашает мя. Воевода же не моги воздържати се от ярости своя, повеле протягше света го бити, и биен бъй в надолзе, ничто же показай нетерпеливо, но к Богу вещаше глаголя. Клях си и поставих сохраните судьба и правда и твоя я. И паки, смирих се до зела, Господи, живи ме по словеси Твоему и не попусти да буду в поругание пагубному сему человеку, но укрепи ме, о Господи, понести си я муки, силу смиренному и немощному телу моему подавая, и мужественнейший дух во мне действуя. Видя же мучитель кров его от язва изходящую потоком, повелел слабите от муки рече ему. Сяс от начатки воздаяние Тебе за непослушание Твое, Калистрате. Добре обо советую ти сотворити повеленно е, да избавиш се от больших ожидающих ти мучений. Клену се бо богами, яко аз ще не повинеше се повелению царево, то мучещи хоруце тело твое на уди раздробят, и кров твою пси полижут, и плоть твою львы снедят, тако горкою погибнеше смертью. Мужествени же Калистрат отвеща. Надею се на Бога крепка го, Бога жива го, яко той избавит ми от уст львових, и измет из руки песи единородную мою душу, я же едина точио во всем полку сем знает истинного Бога, на него же оповаю, яко не едино токму душу мою, но со многими отсюду поймет ми к себе душами, давши им познание пресвета го имене своего. Сими словеса и множие разгневаны, и воевода повеле черепини острия по земли постлати, и по ним Калистрата света го нага простерта влачити надолзе, прилагая болезен к болезни язвенно моего телу. Егда же тъй муки святей претерпе, повелим учитель в гортани му наливало вложивши, воду лияти аки в мех кожани. Се може бъвшо, рече мучитель, аз ще не пожреши богом Калистрате, а бие в вергуте в море. Бою се бо да ни и других престиши войнов, егда не погублюте вскоре. Отвеща му ученик. Тъй, о пребеззаконни, печеше се стриги стадо под отцем твоим дяволом суще, да не омалит ся, аз же оповаю на Бога, яко приобрящо е Христу моему, и воистине вери утвержду, и посреди града сего церков и му сузижду. Воевода же зело яростью разжег се рече, нечестиви и окаянни, смерт уже над главою твоею, а тъй церков сдати и многих к Богу твоему приводити мислиши. То рекши, аби принести мех кожаный повеле, в него же света го мученика вложивши в верже в глубину морскую, а сам стояше на брезе, хотя видите его потопление. Мехо бо той, в нем же святей Калистрат, яко Иона во черевекитове седя моляше ся, по Божие охотение, устремлением водним к камени остров, в море тамо прилучившему се прирази ся и разторже ся. Света го же Калистрата два дельфина на хребте своя вземше, по водам ношаху, таже на брег кротко изнесше оставиша. Святей же весело пояше. Придох во глубине морския и непотопими буря водная. Ниже отродих се зова и егда молих се к Тебе, Господи, яко вскоре услышали си молитву мою, и от уст нерешимих и преизподния глубине изторгнул ми е си чудесне и паче надежди, разтързал же си вретище мое и припоясал ми е си весельем. Тако светому поющо гласом радувания,
Множество воинов, удивлявшихся и притекших к нему, преподоши к ногам его, просящи да измет их от прелести бесовския и приведет ко Христу Богу своему. Беже числом их 49, и же глаголаху, «Се познахом, яко Бог твой ест велий и истинен, и же те от глубины и морские избави чудесни». Блажение же мученик рече, «Господ мой Иисус Христос не отгонит приходящих к Нему, глаголет Бо, придите ко мне все труждающиеся и обремененни, и аз упокоювай». Сия глаголя, прострек небеси руце свои и очи возвед молящися, «Господи на небесех живый и на смирение презирай, призри на малое Твое сие стадо и сохрани е от всякого зла и неврежденно соблюди от зверя видимого, от персентина мучителя и от невидимого дьявола, яко те едини си славима и вовеки». Воевода же видя Байваемо и удиви се и рече, «Тако ми пресветла го солнце, яко велика го волхвование изпълнене с човек той, ибо и от море невреждени зайде, яко же обеща, прелести моих воинов своим волхвованием». Таже ко святому рече, «Аз волхвование твоя разрушу калистрате вскоре, и увеси, кто ест персентин, великих богов служитель, и кто ест разпятие, его же чтеши, и на него же всуе уповайши». Таже седе на суде и повеле всех веровавших воинам бити вельми, сокрушающи суставы их. Униже бие ми суще, яко едине ми усте глаголаху, «Господи Иисусе Христе, буди помощник рабом Твоим и даш нам до конца терпение. Тебе бо ради тако страдати волею изволихум. Да сохранен же будет Тобою наш учитель и пастир Калистрат, яко да от него съвършенне научим се знати Те единого Бога, но и не бояко же овци и погибшие смей пред Тобою, Господи». И когда же отише се мало ярост Персентинова повеле преставши бити их вести в темницу, донде же умислят, что имат творити с ними. Немала бо обяй го печаль, яко полк его 50 войнами умалися. Верженим же им, бывшим со святым Калистратом в темницу, очаху си от него познанию Бога совершенно. Отверз бо святые уста своя, сказуваше им наченше от создания мира и враи преступления человеча даже до Христова воплощения, вольния же страсти и воскресения. Возвести же им о суде, и о души, и о будущей жизни, и о воздаянии праведных, и о казни грешних в аде, и вся святые веры и таинства сказав им, укрепи их к мученическому подвигу. В утри же ден воевода седе на суде, предстоящо ему множество воинства, и извети стемници Калистрата свята го с дружиною, нача глаголати. Рцей ми Калистрате, тъй и иже с тобою, принесете ли жертву Богом, да от тяжких мук свободите ся, или в первом вашем непокорении пребудете. Святей же Калистрат рече, «Аз у себе отвещаваю, яко не отступлю от Господа моего даже до смерти, си же сами у себе да глаголют, попрошай их и услышиши, що рекут тебе». Воевода же к ним рече, «Вы прельщенни, и что глаголите?» Они же отвещаша, «Християни смы, единого исповедуем Бога, небо и землю создавшего и веруем в Него, и в единородного Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа, и в Святаго Духа, яко же научил нас, благий наш учитель Калистрат. Сия единогласно рекшим святым, повеле воевода крепко бити их по единому. Таже связавши им руце и нозе, повеле врещи в близ таму бывшее езеро. Егда имеяху ввержени бити, моляше се святей к Богу глаголя. Господи, в вышних живый и на смирение презирай, на сие Твое малое стадо милостивние Твоя очи обрати, и благоволие в тех водах умейте купели от рождения и усиновление нашествием Святаго Твоего Духа, да всякие ветхаго человека умывши скверни, будут причастницы и наследи от века Тебе благоугодивших. Связанным же им бывшим и в воду вверженным, аби разрешиши се их узы и стояху в воде лицем светлым, радующи се о крещении своем. И виден бъйст венец зело красни и свыше сходяй, и глас слышеше се глаголющи. Дерзай Калистрате со стадом твоим, и гради с ними почити в вечних селениях. Я би согласен бъйст трус земли велик, стояше же там близ идол некоего скверного языческого бога, той от труса падеси в прах разсыпася. Еже видевши и ние войни 135,
и с небесе Калистрато пришедший, глас слышавши, веруваше в Господа нашего. Обаче ничтоже им воевода рече, боя се молвы и смущения в полку, точу первых 49 со святым Калистратом повеле паки во врещи в темницу, в ней же сидящи Калистрат святый рече к дружине своей. Все, братья, Христовую благодатью сподобисте се святаго крещения, за неже подобает достойно благодарить и Бога. Востанем обо и помолимся Ему. Воставшим же всем, и руце и очи к небеси вознесшим, творяше молитву Калистрат глаголя. Господи Боже, утяй всем человеком спасти си в познании истины и прийти, исторгнувай сие Твое стадо от уста львовых и призвавай в спасение вечное. Сподоби нас в свете изкончати се вере, ей уже веруем в Тебе Бога нашего, и дашь нам к Тебе прийти непорочним и чистым, и явите се святому лицу Твоему, и поклоните се Тебе благословенному вовеки. Моляху се же со святым Калистратом и все святые мученици и прилежно. И бывшие нощи, в недоше в темницу по повелению мучителеву войни с обнаженными мечи и всех с секоша на удой. Тако святый Калистрат с дружиною своею добре подвизася, стоят даже до крови за Господа своего. Святые же их мощи и собраны, и честно погребены и бывши от тех 130 воинов, и же во Христа веруваша. От них же после жде и церковь над святыми мощами их создана бе. Избысть се предреченную святаго Калистрата слово, еже к персентину глагола. Посреди града сего церковь созижду, я же аще не в животе, обаче пострадалческо его смерти создася, и прославляше се в ней имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же от нас буде слава во веки веков. Амин. Сей же ден в прологе положена памет святых апостол Марка, Аристарха и Зина. Зри у них януария месяца в четвертий день. В той же ден святые мученицы Епихарии, царство Диоклетианово за Христа пострадавшие, и преподобна го Игнатия игумена в Каппадокийской епархии, и же в царство Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия, угодил Богу. И преподобна го Саватия Соловецкаго, жития его ищи месяца апреля в 17 день. Конец жития святого мученика Калистрата. This recording is in the public domain.